город Заволжье. Великие, заслуженный мастера спорта. Оставил честь Советского Союза, умер. Вечно светлая память ему. Ирина Белова, заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка. Валерий Ихачев, заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира. Наталья Пичушкина, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы. Ольга Распопина, мастер спорта мужского класса, чемпионка Европы по художественной гимнастике. Ольга Дамуланджанова. Лев Бергер, мастер спорта мужского класса. Вот так, дорогие друзья, вот в этом городе нету государственного ФОКа. Может, власти обратят внимание, чтобы в городе Заволжье построили государственный ФОК. Там 122, да?